Здравствуйте! Вы на канале Пасека Батьковичей. И у нас очередной видеоролик о работе с пчелами в мае месяце. У нас сейчас середина мая, пора активного взятка. Дело в том, что когда мы пасеку уже поставили полностью, мы сделали своего рода разведку и поняли, какие медоносы в радиусе 2,5 километров вокруг нашей пасеки. Это луга, рапсовые насаждения и есть небольшие посадки с акацией. Но акация еще у нас даже не выпустила цвет. Какие же работы мы делаем у себя на пасеке? На пасеке мы сейчас начали активно заниматься, подставлять сушь, лощину. Почему? Потому что когда вот мы делаем ревизию и мы видим, что на этой семье, слава богу, все хорошо, но пчелы могут пойти в роение. Почему? Потому что активный взяток и началось роение. Соответственно, бороться с роением можно очень просто. Начать делать отход. В одном из видео вы видели, что я ездил на такое как пчелохозяйство к своим друзьям, к Славику и к Юрию, и покупал у них породу карника. Почему я покупаю и перехожу все-таки на породистых пчел? Потому что с ними более удобнее и комфортнее работать без перчаток. Они не агрессивные, соседи не жалуются. Ну и в принципе можно хотя бы как-то более-менее спокойно. Почему? Потому что у меня пасека, как вы поняли, стоит на приусадебном хозяйстве, участке точнее, и двор, соседи, дети. Так вот, при осмотре этой пчелосемьи мы заметили такую интересную вещь, вот я подойду, покажу вам, вот, чтобы вам было видно, что у нас уже есть напроски меда. И вот здесь вот есть уже очень много таких перговых ячеек, можно сказать. Это, кстати, видите, вот он блестит, этот уже мед, точнее нектар. Так вот, такие работы сейчас я делаю. Мы им будем подставлять сушь, подставлять вощину. Для того, чтобы вощину они более лучше отстраивали, мы ее брызгаем сладеньким сиропчиком через брызгалку или пшикалку, там, мелкодисперсный распылитель. И даем пчелам фронт работы по оттягиванию вощины, заполнению суши медом или формируем отводки. Поэтому, ребята, вот такой вот маленький, скажем так, экскурс в наши майские работы. А еще мы ставим пыльцеулавливатели фирмы Apis. Это вот у меня бункера, потому что пыльцеулавливатели сами стоят у меня как прилетные доски. А вот сейчас вот буду ставить и пробовать и наслаждаться этим яством как пыльца. Поэтому, ребята, хочу пожелать вам всем удачи, хорошего взятка, мира, благодати. И чтобы побыстрее все у нас наладилось, мир был на нашей земле. Всех благ!